Всем доброе утречко. Я, как всегда, свое утро начинаю с двух стаканов теплой воды. У нас есть такая функция Baby. Вот, и набираем водичку. Первый стакан воды я выпиваю просто водичка. Второй стакан я добавляю мед. Где-то там медик. Я, кстати, уже один доела. Вот у меня есть. Вот, один стаканчик выпиваю просто. Вот, и второй стаканчик я добавлю себе мед. Можно еще добавить лимончик, и, наверное, лимончик тоже еще добавлю. И, в общем, два стакана. Первый, потому что, чтобы он, знаете, как бы промыл мой желудок, мой кишечник. Вот, и потом уже с медом, чтобы немножко насытить, да, полезными микроэлементами. Вот, так что, если вы еще, у вас нету нашего аппарата, пожалуйста, покупайте. Даю ссылочку, в описании есть ссылочка на аппарат. Мой промокод на скидку, 200 евро скидки вы получаете. И если вы хотите стать нашим партнером, вот, то вы можете также аппарат купить по партнерской цене. Что самое классное, и количество ограничено. Сейчас наша фирма выделила только 5000 мест, которые уже просто разлетаются. Я сейчас не знаю даже, сколько их осталось, этих мест. И все, и лавочка прикрывается. То есть партнеров больше наша фирма набирать не будет. Поэтому успейте стать нашим партнером. Это вас ни к чему не обязывает абсолютно. Вот, то есть вы становитесь партнером, и все, у вас есть преимущества. Во-первых, вы можете зарабатывать из дома, да, зарабатывать удаленно хорошие денежки, просто рекомендуя наш аппарат, просто вот показывая, рассказывая про его функции, да. То есть его не надо продавать, его нужно просто рекомендовать, да, просто рассказывать про него, какой он, про его функции, все. И на этом зарабатывать очень хорошую денежку. Плюс иметь свою собственную цену на аппараты, на сменные фильтры по партнерской цене. Что может быть лучше? И вас это ни к чему не обязывает. Знаете, вам не надо каждый месяц делать какую-то выручку, накапливать каждый месяц какое-то определенное количество баллов, потому что иначе все, вы там будете, не будете там лидерами, мастерами, еще кем-то. В общем, такой фигни у нас нету. Поэтому обращайтесь, пишите мне. Пишите мне в личку, пишите мне в WhatsApp. У меня всегда в описании есть мои контакты. Вот, я вам все расскажу, покажу и подпишем вас в партнеры, и вы можете купить себе аппарат по нашей партнерской цене и работать, да? Вот, а я пью чистейшую водичку. Вот, и здоровья всем. Водичка моя еще, второй стакан. И нашла еще домашний мед. Это мед еще с Украины, который от папиных пчел. Нашла, оказывается, у меня еще баночка есть. Круто. И вот я добавляю ложечку меда. И лимончик. Это очень вкусненько и очень полезненько.
Ваше здоровье. Ой, вы знаете, я сегодня что-то так рано проснулась. Вообще, 8 часов. Уснула вчера поздно, не могла уснуть. В 2 часа ночи уснула. Сейчас поздно засыпаю, где-то в пол первого, в час. Ну, а сейчас в 2 часа ночи уснула. Сегодня, вчера, сегодня ночью, то есть. Вот, и проснулась, вот. 8 утра. Просто глаза открыла, все, не могу спать. Хотя сейчас чувствую, что еще уставшая, да, я бы поспала, но не могу. Ужас какой-то. Вот, и еще у меня, я вам говорила, в прошлом видео жаловалась, я отекаю. Я за ночь отекаю. Я, ну, днем хожу, все нормально. Раньше, знаете, как там можно было немножко отечь на вечер, когда находился. А я сейчас ночью отекаю. Я уже... На ночь, когда ложилась спать, я уже подняла у меня кровать. Она с моторчиком, да, она регулирует, можно ну, и вверх, вниз, как бы все это поднимать, да, опускать, как ты хочешь, на пульте. Вот, я уже себе ноги немножко приподняла, думаю, ну, чтобы не отекали, да. Утром просыпаюсь, чувствую, у меня вот пальцы отекшие, у меня ноги отекшие, вот, и лицо, смотрю, у меня все отекшее. Тоже глаза, вот губы, как будто их подкачала. Вот, и вот что интересно, именно ночью. Потом я днем, когда хожу, оно как-то уходит. Видно то, что и воду пью, как бы, да, и все. Вот, а именно ночью почему-то отекаю. Странно. Очень странно, не знаю. Ну, я уже думаю, может, малышка реально где-то мне что-то передавливает, или что, или где-то на почки, может быть, давит, или я не знаю, потому что я Маша, когда была беременна, мне она передавила одну почку, я на сохранении еще лежала тогда в больнице с ужасными болями, и я тогда за неделю, так как было перед родами, я за неделю ужасно отекла. Ужасно. Ну, опять же, она мне передавила, да, тут ничего, как бы это вроде все нормально, хорошо себя чувствую, но просыпаюсь прям с отеками. Прям ужасно. Хотя я не скажу, что я на ночь там напиваюсь воды, хотя воду наоборот надо пить, чтобы не было отеков, да. И у меня так водичка-то вкусная и полезная, и чистая, да. Вот, и странно, не знаю. Ичик, ты просишься выйти? Так что так вот. В общем, все. Допиваю свою воду. Иду чистить зубы. Пойду в душ. Пока, в общем, туда-сюда. Полчаса за это время пройдет. И через полчасика уже можно завтракать. Потом буду завтракать. Так, села я завтракать. У меня латте макьято. У меня бутербродики с сыром, помидорки, яички. Мне сегодня этого завтрака захотелось. Приятного аппетита. Вкусняха. Приехали сейчас погулять.
Ку-ку. Вот здесь такая, как детская площадка. И туда дальше еще пойдем. Такой, как парк. Aqua Magic Park, по-моему, называется. Как-то так. Это в Лёне находится. Лёне. Лёне. А, с собаками нельзя нарисовано, смотри. И че, с тобой нельзя? Да ладно, пусть идет. Вон. Надеюсь, какать не будет. А, вон с собакой ходит, так что все, мы тут не одни. Ой, тут накакана. Она, Маша, осторожно. Ага. Ой, не дивилася. Чуть-чуть. Це одна десятитисячна собака. Ніла лазить. Ічі, ічі, іди сюди. Іди піть. Піть. Є? Ага. Ось ти ще? Ічі. Піть захотіла, да? Ого, аж наверх вилізла. Боже. На, пій, пій, да. Да, пій. Може, ще раз сутінь? Чудо. Зараз як впаде. Ой. Ой, давайте яблочки покушаем. Ага. Яблочки. Яблочки. Колотить. А, везде. Ичи везде, да? Да. Ичи, ты везде? Иди, иди, иди. Мам, а. Да, сейчас. Бабуля пошла попрыгать. Ты видишь, бабуля не телеп. Бабуля, ты не забывай, мы тебе уколы зараз робимо для спины. Ага. А то ты сейчас... Да, поскакаешь зараз. На маленькую, коротенькую горку. Боже, там горка, конечно. Мило же сверху. Дивись, не уй, чтоб спину не схватило. Горка такая маленькая. Ага. Вау, а ну давай. Сейчас я не надо. Да-да. Давай. Мне страшно. Едешь? Мне страшно. Вдруг я себе что-нибудь сломаю. Не толкай! Тогда не едь. То не надо. Если страшно, не надо. Фига себе. Так кричит. Я ногами останавливалась. О, смотри, ненормально. Давай. Маша, давай не останавливай ногами. Давай. А если вот так вот? Не. Давай. Класс, блин, я бы тоже прокатилась. Я прокатилась, но я застряну. А я беременна. Прокачу Серёжу тут. А теперь ничего, одна и та же причина, почему вы не едете. Не держусь. Я сейчас скачусь, давай потом вместе. Ты хватай. Мостик такой хороший. Очень хорошее место. Можно приезжать сюда гулять. Мы здесь первый раз. Мы еще не были, я в интернете нашла. Вот, так что узнаем новые местечки, где можно приехать и погулять. Интересно, где-то тут туалет, наверное, есть. Я в туалет хочу. Туалеты были в начале. Да, я не видела, где в начале. Вот это партия, где мы были, а там потом туалеты были. Мне нужна. Вот так называется. Парк, если кому вот надо. Вот эта штука. Нашли здесь кривые зеркала. Ичи. Ой, какая я коротконогая, пузатая, толстенькая. О, мила. А тут уже я длинная. Что там? Можно мне, пожалуйста. Колечко? Ой, спасибо. Ага. А я тебе не налью. Так она пешу.
А ну воно на тебе буде? А ну воно на тебе доливить. Бабуля, встань сюди, в це зеркало. Большое. Ще квадратненько. А мені як раз. А, блін, мені... Це рука толще, чим там? Мені, так. Да. Мені треба таке, щоб я була худенька. Ой, тут теж толсте. Коротконожка. Ничего, мило, давай так. Карлики. Гномики, мы гномики. Ой, бабуля, гномики. Сюда иди. Бабуля, тебе сюда надо. А голова такая выдвинута. О, сюда. Длинная, худая. О, гля. Я первая. А, не такая еще худая. Ой, а я вообще прелесть. Гля. Та, стройняга. Такая длинно-нога, гля. Ой. Я тут тебе нравлюсь. А ой, тут, мама, а скрізь тут усе вообще, гля. О, капец. Ага, бач, водичку качаєш, ага. Насос. А вот оттуда. Засняла я тебя, ой, засняла. Так, мы вот пришли, здесь вот такой кратер водяной, да, из воды кратер. Вот. Не знаю, когда вода здесь будет извергаться. Ну, она недавно я доходила, она извергалась, да? Извергалась. И сколько ждать, час? Ну, это же все природное, понимаешь? Ну, туда спускаться можно. Да, можно спуститься. Ну, там не забыли. Я воду, теперь вы видите. Да. За 4 евро. Ну, тебе за 2. Ну, а вы бесплатно. Могли бы постоять, я бы засняла, посмотрели бы. Ну, извергайся. Набирается, ты чё? И откуда эта вода? Из-под земли. О, смотри. Как красиво. И всё. Маша. Идем. Идем, ничего интересного, да? Вон еще чуть-чуть, смотри, вот. Как красиво. О. Вау. Если бы, скажи, огонь был, лава, да? Вот, если бы вулкан. О, не, вулкан, это опасно так подходить. Ну, прикольно. Очень красиво, вау. Так, идем на этот кратер смотреть внутри. Туда вовнутрь можно заходить, смотреть. А? Бабуля. Ага. Бабуля! А наверх нельзя? Пойдем. Ой, это... А, здесь можно здесь? Ой, смотрите, ой, какой. Ой, как тут высоко. Ух ты, ё. Мама, не урони телефон. Да, мама, держи. Мама, мне не надо. А, можно ниже идти, да? Телефон, это... Ну, это аккуратно надо. Держи. Ой! Ой, смотрите, поднимается чуть-чуть. Вау! Аккуратно, мам, пожалуйста, это волнуюсь. Ой, какие тут эти. Лучше мне снимать. Нет, ты не урони. Твой дороже, 2000. Ты тоже смотри. Ты вот туда через его не сунь. А? Не сунь его туда. Ты тоже. Да я тоже. Я тут тоже не суну. Я так вот через сеточку снимаю. Ой, а это ж внизу, смотри. Мы аж вниз пришли по ступенькам. Обалдеть! Мы внутри кратера! Чё ты пищишь? Класс!
Можно монетку? Три. Один цент. Вау, можно, можно. Тут извергается водичка. Чтобы не намокнуть. Ну, подожди, я. А я не хочу намокнуть. Вот, один цент беру, бросаю и желаю. Класс, смотрите. О, сейчас наберет. О, теперь что-то. Это уже интереснее. Ну да. Смотри. У-ху! Класс. Дойчик. Отсюда красивее смотрится, кстати, да? Как классно, конечно. Там внутри посмотреть, внизу. Ну тут ступенек. Ладно, вниз еще нормально. Наверх я уже еле-еле поднимаюсь. Ой, последние ступенечки. Офигеть. Ой, все. Красота. Боже, Ичи прям соскучился. О, по ступенькам, конечно, это хороший марш-бросок. Не. Уля нас ждет с Ичиком. Ичи, ты соскучился уже, да? Ой, я кушать хочу.